фраза. Давай ты скажи. Удачи. Сейчас, еще рано. На игрока не переключается. Ломайте. Ладно, всем удачи, ребят. Снято. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Сил забил. Атака прервана, мяч улетел куда-то в сторону. Там кочка аккуратнее. Пилья. Центра, да. Блестящий счет сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Влад. Родригес. Неплохо действует игрок, мяч отобран, и что дальше? С такими защитниками забить будет нелегко. Скин. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Успешно, все-таки арбитр поднимает флаг, посчитал, что было положение вне игры. Отлично сыграно, надо решать. Хотел тонко сейчас сыграть, но где тонко, как известно, там и рвется. Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Ай-яй-яй. Билья. Давай, не всегда будет, короче, вытягивать тебя и давать вот, в смысле, вот так же. Может быть, и не было бы офсайда. Не, я просто хотел садиться пиздец как низко. Месси. Может забить. Получиться интересная атака. Вот чувствую. Удалище просто. Еще раз. Я мяча не вижу, блядь. Ёбну что, бля. И как да опасно не, пробил. Я Игорь. Будет угловой. Еще подработать, посмотреть. Сзади, да, смотреть, чтоб. Тут может что-то получиться. Потерял он мяч, но кому он достанется? Хорошая передача. Защитник прекрасно обороняется, не позволяет пройти на вес. Ждем угловой. Да я тоже немножечко. Мяч выбит, угроза миновала. Какой удар! Пытался игрок перекинуть вратаря, и вряд ли это была правда. Да, легко голкипер справляется с этим ударом, а надо было что-то похитрее изобретать. Месси. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Так, неплохо. Защита надежно играет, мяч отобран. Валера, да, здорово дал. Они закрепились на чужой половине, поднялся, теперь надо грамотно ввести. Нет, еще. Все, поднялся. Родригес. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Давайте больше хладнокровия. Уже не поднимаем. Меньше суеты. Неплохо. Йовитич. Хорош. Игра остановлена, будет угловой. Ценой своей головы. Который Седова держите на 11, 99-го. Мне не видно вот этот. Уверенный вынос понижает степень напряженности этого момента до нуля. Сука, ну почему он не дает в касание? Хорош, Макс. В красивом прыжке забирает мяч голкипер. Месси. Прижали соперника ну, к воротам, ну, не дал? Свой шанс. И как пробил? Проебал. Прям продолжал быть. Несколько десятков дополнительных секунд обороны. Да я что-то столько раз упирался. Что будем делать?
Ага, быстро, забегаем. Марсело, отвлеките. Еще. Ну не беги туда. Хорошее оборонительное действие. И ну отыграй мне еще раз, и все, стою. Перекрывали, я поэтому тебя отдал. Ну, говорит. Влад. Это может быть опасная атака. Ну а потом скажут комментатор, сглазил, и они из-за этого потеряли мяч. Судья дает продукт. Был фол, а вот будет ли предупреждение, сейчас увидим. Желтое. Так, это уже интересно. Желтую карточку получает один из ключевых игроков команды. Что же теперь его менять? Нет, но я не думаю, что тренер рискнет и будет менять его в такой важной игре. Блять, ну мир с тобой играю. Ключевой действительно, наверное, не вовремя. Так сразу просто вкатил на хороший забыл, контроль, да, мяча. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Потерял он мяч. Если бы он сразу так слышал. А мяч уже у соперника. Родригес. Отлично сыграно, надо решать. Билья. Такого игрока нелегко пройти один в один. Посмотрите, как четко он отобрал мяч. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Вы, блядь, чушь, боитесь. Меня там встречали такое. Блин, ты че так слаб? Перехват мяча, и можно начинать атаку в обратную сторону. Блестящий он сыграл. Теперь надо грамотно распорядиться мячом. Владеет мячом команда и выбирает момент для обостряющей передачи. Грузил, боже. Навес! Тут защитник очень четко разобрался с этим навесом. Плохо там развиться атаки. Мяч ушел на угловой. Киду. Я укласил. Хорош. Хороший. Автогол. Ничего себе. Автогол? Забивает команда, но, к сожалению, в свои ворота. Автогол это всегда обидно. За фанбота типа. Жесть. Сука. Дёрг только насчитал, целых 4 минуты. Сейчас защитим. Хорошим владением мячом перед штрафной площадью, но пора бы обострить. Они сейчас попрут. Центр сразу. Давай. Яокуаси. Мяч потерян, отличный перехват. Ну, блять, она не... Понимаешь, я выжимаю не сильно. Включает того, кто дальний, может, он в офсайде был. Я думал, подождёшь. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Нет, ну ты говоришь такой, типа, давай. Я тоже думал, что туда же. Ну что это вы рано думаете? Нормально. Ебать, смотрите на количество точных пасов. Теодор 7. У меня 7. У Мирослава 7. Хасан 7. Валер только хуёв. У него 4 из 4. А у меня сколько? 7 из 11. Валер, ты под меня открывайся, прям к бровке, к линии. Если что, я либо мощным, либо через него перекину. Через бровку. Давайте, ребят. Ставим на Парк де Пренс. Мне удобнее с тобой сыграть, чем с Латыгой. Ты уже с Латыгой. Отобрали мяч у соперника, теперь можно начинать свою атаку. Ну вот. Да блять, ну что ж. Судья фиксирует нарушение и вполне может наказать игрока. Давай на дальку. Не, на ближнюю, на ближнюю. Давай на ближнюю. Да. Да. Просят поторопиться игроков хозяев болельщики гостевой команды, свистит их сектор. Ничего удивительного, гости проигрывают. Месси! Я не прожил! Ты на сайте жипов, а я вовремя выбежал. Я понимаешь, я уже как бы это, я такой бегу, блядь, от мяча съебаться. Братан, а, я... Прицельно,
Ты скидывал или бил? Не, я бил, сейчас. Счет 2-0 укрепила команда свое преимущество. На скидку больше похоже. Ладно. Чем ты говорил? Тимари. Чем пошел? Это же не ногой головой ударит. Отлично, а опор, но косу даже останется мяч. Надо было подождать забросы. Центр, центр, давай, давай. Ничего даже делать не пришлось, чтобы этот... Да-да-да, сильно тоже туда все не уходим, как бы, с оглядкой назад. Вниз, развернется. Потому что уже похуя. Дима, я здесь держу, ты держи. Просто невероятный перехват. Месси. Рэмзи. Красная, до свидания. Нарушение правил, и у него уже есть желтая карточка. До свидания, нет. По пути, не пути. Я не знаю, что на него нашло. Может быть, какие-то действительно бытовые проблемы, а? Угу. Мяч перешел к другой команде. О, выходит. А, это удаленный. Ван Берсен. Защита надежно играет, мяч отобран. Со мной сыграй, все, я стою с тобой рядом. Это может быть опасно. Центр смотреть. Хорошая попытка, но финик прямо в руки вратаря. Я не боюсь, я просто объясняю, что я не так привык играть. Я либо цоп, либо... Йо-куаси. Либо флан. Прижали соперника к воротам. Да два человека в центре. Я думал, ты сейчас его уберешь. Да. Я Хасан вызвал вас сейчас. Потом в центре не стоял. Держу... Он команду обыграл, ничего себе! Я держу флан. Билья! Макс хорош. На фланге буду загрузить. Две трети матча сыграно, последний... Я хочу не грузануть. Забирает мяч. Там, с Латыпом. Я думаю... Билья. Тут может что-то получиться. Выбили у него мяч. Кому он достанется? Там иди. Он с мячом и продолжает так. И как пробит. Нет, там живой. Проверка вратаря. Он на месте. Да, 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 да. Раньше это Кузьмин называлось стоит. Корнер, но теперь мы говорим угловой. Ты вообще никого не знаешь. Знаешь, кто здесь. Я не знаю, с кем ты там, блядь, учился. Это не Юс. Радован, это тоже. Жопа Бонита. Жопа Болита. Как он? Где Нуман был покупан? Да им Фортуна. Вот она оттуда. Здорово. Да, поэтому надо ему еще отгрузить. Гниловатый человечек. Это может быть опасно. Удалось нейтрализовать атакующего игрока. Кто будет первым на мяче? Два. В этой атаке ай, Хасан один. Не удалось. Центр. Лео. Терпеливо ждут они своего ой, шанса. Ну, Кросса не хочешь, что ли? 20 минут до конца основного времени матча. Ван Перс. Здорово. Блядь. С этой атаки может получиться что-то стоящее. Хорошая игра в отборе, но мяч пока ничей. Ничего хорошего в итоге из этой атаки не получилось. Они просто потеряли мяч. Совсем не обязательная потеря. Не получается. Влад. Дал бы мне на ход сразу. Я тебе подсказывал, говорю, сразу. Хорош. Я думаю, не пройдет бы тебя. Ну, там бот с тобой был не живой. На никого. Хорош. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. Не суетись, наше время. Ударище просто. Вступает в игру вратарь, все под контролем. Мяч уходит на угловой. Давайте разыграем. Чтобы мне, блядь, за шиворот не прилетел. Астра, на ближний чуть поближе подойди, если что скинешь. А я на дальний был. Да блин. Во время углового оборона должна действовать очень сложно. Подачу, подачу, подачу.
подачу дадим, если Тео хочет играть, а потом Тео на весь Кроссан. Кроссан. Роба. Опасная передача. Татарь первый на мяче. Чувствуете? Потеря мяча в центральной зоне в результате плохого паса. Ай, давай, давай, давай. Заброс. Ну дай заброса, ну. Не знаю, блин, насколько оправдан был этот гол, потому что позиция убойна. Ударь по воротам. 83-я, бля, сейчас на разыгрывание. Нормально. Не точно. И все, надо забыть это побыстрее и играть. Да-да-да. Сыграно-то точно, а вот стоило ли? Родригес. Надежно сыграно, жаль, мяч не у него остался. Блестяще отсыграл, теперь надо грамотно распорядиться мячом. Блин, блин, что это? Нормально, нормально. Все верно. Я, правда, охуел с такой пиздочкой. Месси. Эл. Убирай, а вот убирай. Вот так надо играть в обороне, вовремя блокировать. Да, все, все собрал. Чувствуйте. Вверх убери и забей, блин. Хороший пас, Фафан. Макс, мы-то сзади тут чувствуем, блядь. Остановленные за нарушение и 30 секунд. Вонище. И пока скидки, блядь, не понять. Не, вон три акробата бегают, им вообще похуй. Ты как вообще на это среагировал? Это чудо. Ботинок, пожалуйста. Теперь вы понимаете, зачем ему эти глаза, блядь? Вы не понимаете, почему он не как Риддик, блядь. Да, очки нужны, как у Риддика. Удар! Опасно! Прекрасный сувенир у кого-то из болельщиков. Много остановок у нас было. 4 минуты, судья добавил. Сейф матч. Единственный соперник. Родригес. Запускай. Ай-яй-яй. Месси. Может получиться интересно. 2-2-8 проходит. Да убери, убери, потом дай. Да, в защите, да. Спасай. Почему сейчас защитник свою команду. Хорошо, да. Разобрался в ситуации защитник и перехватил. Поздравляю. Ну что же, матч.